Я думаю, Наташа, таких немного уже осталось, которые субботники считают пережитком прошлого. Мне было сложнее, когда я вот эту давнюю советскую традицию пытался сохранить в Беларуси. И мне пришлось уговаривать. И благо, что у нас были люди старшего поколения, которые ходили на субботники, которые чтят эти субботники до сих пор и тогда чтили. Они мне здорово помогли. Они пошли следом за мной. А за нами потянулась наша молодежь. Она отзывчива на доброе. И, знаете, это в русле той политики, которую всегда проповедовал. Нельзя ничего перечеркивать из своей истории. Ведь это у нас было. И из того прошлого надо взять все лучшее. Я считал, что субботник – это то лучшее, что мы должны из прошлого привнести в настоящее. Поэтому и субботники хорошо, и часть истории в виде линии Сталина – это хорошо. Ничего не надо забывать. Это всегда вернется добром, если мы к истории, к своей стране будем соответствующим образом относиться.